Вашему вниманию предлагаются позиции Хайсоку дачи, Мисуби дачи, Хайка дачи, Хачиджи дачи, Учи Хачиджи дачи, Киба дачи, стойка всадника, сидящего на коне. Позиция шикудачи или квадратная стойка, она же стойка борца-сумиста. Нейфанчин дачи. Боевой вариант позиции шикудачи. Показаны правосторонние и левосторонние стойки. Все эти позиции объединяются одним названием шизентай. Перед вами позиция фудодачи, аналог позиции боксера или боевой стойки боксера. Сейчас вы видите правостороннюю и левую сторону стойку, даже короткую позицию фудодачи. Позиция косодачи. Позиция кагидачи. Стойка никааши дачи, или так называемая кошачья стойка. В этой стойке 95% веса тела находится на опорной ноге и 5% только на расположенной впереди. Сейчас вам будет продемонстрирована позиция санчин дачи, что означает стойка железного человека или стального человека. Следующая позиция хангетсу дачи. И следующая позиция длинная передняя стойка зингутсу дачи. Сейчас вы видите передвижение, переход из одной стойки в другую. Они являются как бы продолжением друг друга. И здесь показана четкость расстояния проекции ширины плеч. То есть условно три кулака между коленями. Перед вами подводящее упражнение для ударов ногами вперед. Суть этого упражнения заключается в акценте на разгибание в коленном суставе и выделение ударной зоны подошвенной части стопы. Подводящее упражнение ударом ногой в сторону. В этом упражнении важно четкое выделение ребра стопы сакута и расположение голени, бедра и туловища на одной линии. На более поздних этапах можно использовать резкое сгибание разноименной ноги. Подводящее упражнение к удару ногой назад. В данном случае очень важно акцентировать внимание на вертикальное расположение стопы и выделение ударной зоны пятки, каката. В версии корейских боевых единоборств, различных направлений тхэквондо, этот удар наносится с горизонтально расположенной стопой. Подводящее упражнение к круговому удару снаружи внутрь. Маваси Гери. В данном случае акцентируется внимание на последовательном движении бедра в тазобедренном суставе и разгибании голени в коленном суставе, а также выделение ударной зоны. В данном случае это ударная зона подъем стопы хайсоку. Подводящее упражнение для удара, так называемого серповидного удара прямой ногой по дуге. Удар наносится внутренней поверхностью стопы, ребра стопы сакутей.
Подводящее упражнение для удара кругового назад. Или изнутри наружу. Не всегда этот удар наносится назад, а иногда он наносится и по стоящему впереди противнику. Вот одна из вариаций этого удара. Целесообразно обучение начинать именно с этих подводящих упражнений, которые дают возможность зафиксировать в мышечной памяти правильное положение частей тела. Подводящее упражнение к ударам ногами из положения стоя на колени. В этом случае очень важно акцентировать внимание на балансе, так сказать, на поддержании равновесия. Предыдущие эти упражнения являются отличной базой, фундаментом для обучения, для становления техники ударов ногами. Параллельно, после нескольких недель занятий, можно использовать и отягощение. Упражнения дают возможность достаточно разработать тазобедренный сустав, но я могу только акцентировать внимание тех же начинающих на том, что нельзя уповать на технику, которую показывают порой в кинофильмах, ибо каждая техника, она должна соответствовать определенным вашим особенностям конституции телосложения. Вот вы видите удар назад, подводящее упражнение к удару ногой назад. И подводящее упражнение к круговому удару снаружи внутрь. Круговой удар изнутри наружу. В боевом варианте удар наносится пяткой, в спортивных поединках удар наносится подошвенной частью стопы. Техника ударов руками. Перед вами прямой удар. Прямой удар в голову, его разновидности. Разновидности определяются положением кулака. Кулак горизонтальной плоскости, кулак вертикальной плоскости, кулак диагональной расположения. Очень важное условие, чтобы тыльная часть кисти и предплечья находились на одной прямой линии. Удар в туловище. Короткий прямой удар джеб наносится с минимального расстояния. Подводящее упражнение для обучения прямым ударам типа ски, цуки, применяемых в карате. Первое, вот теперь вторая фаза обучения, когда разделяется на два счета. Первый счет – среднее положение, второй счет – фиксация руки в завершающей фазе. И попеременное движение к цели. Отрабатывается реверсивное движение разнаменной руки. Удар рукой вперед с выпадом. Прямой удар с выпадом. По-ски. Подводящее упражнение для самого эффективного удара карате. Гьякут-ски.
целесообразно обучение начинать с позиции шикудачи и плавным переходом из позиции шикудачи в позицию зенкутсудачи, что обеспечит оптимальную форму нанесения удара. В данном случае боевой вариант уже демонстрируется. Гьякуски из позиции фудодачи с переходом в позицию зенкутсудачи. Техника ног. Подводящие упражнения с партнером. В данном случае на первом этапе можно использовать обычную гимнастическую скамейку. И уже потом, когда мышцы будут подготовлены, можно уже прибегать к помощи партнера. На первом этапе это будет нецелесообразно. И самое главное, надо всегда помнить о том, что последовательность и последовательность. Никогда не надо форсировать какие-то действия. Постепенно должны увеличиваться нагрузки. В данном случае вы видите упражнение, выполняемое с партнером для всех ударов. Вперед, в сторону, назад. Круговые, в данном случае, вы видите круговой удар. Снаружи внутрь. Круговой удар изнутри наружу. Но в данном случае как раз конкретно показано противник. Предполагаемо, находится перед девушкой, которая ассистирует. И здесь удар наносится по условному противнику, который располагается непосредственно перед вами. Майки замицкие, прямые удары от плеч. Йококи замицкие, прямые удары в сторону. Агатские, восходящий прямой удар. Наносится из положения стойка ожидания. Хайкадачи, хачиджидачи, учихачиджидачи. Сейчас вам демонстрируется прямой удар с вертикально расположенным кулаком. Этот удар пришел в боевые искусства, можно так сказать, современные, из древнего кимпо, китайского кунг-фу или ушу, и как его называют, гунг-фу, много различных названий. Так называемый шалинский кулак. Удар прямой рукой назад. Уширацкий. Крюк снизу в туловище. Является полностью полным аналогом удара, так называемого, это агитский, удара боксерского. Вот в данном случае апперкот. Крюк снизу в голову. Удар сам по себе очень интересен. Это удар средней и ближней дистанции. И как раз здесь очень важно, чтобы вот было по отношению бьющая поверхность была перпендикулярна к цели. В данном случае это продемонстрировано. Бьющая поверхность, конечно, кулака. Именно перпендикуляр. Короткий боковой удар, кагицкий. Или хук. Два варианта. Кулак расположен ладонной частью вниз и ладонью к себе. Обязательно пересечение осевой линии. Угол между плечом и предплечьем 90 градусов. Длинный боковой удар в голову. Лонг-хук. То же самое. Расположена кисть, сжатая в кулак, ладонью вниз и ладонью к себе. Этот удар взят из английского бокса. Навашевский
подводящее упражнение для ударов ногами с опорой у стены. К сожалению, в наш век, когда очень большие темпы, темпы обучения, темпы развития, многие пытаются форсированно готовить себя в плане овладения техникой боевых искусств. Это большая ошибка, и здесь необходимо, еще раз подчеркиваю, последовательность, терпение и большое трудолюбие. Вот демонстрация подготовительных упражнений для удара ногой назад. Удар ногой по дуге снаружи внутрь, с выделением ударной зоны через соку, под пальцы подушечки, подошвенной части стопы. Круговой удар изнутри наружу. И изнутри наружу с выделением ударной зоны каката пятки. Длинный боковой удар в голову, мавашицкий, полный эквивалент боксерскому удару свинг. Одним является из самых мощных ударов рукопашного боя, карате и бокса. Атошицкий удар ближнего боя. Сейчас будет продемонстрирована техника его исполнения в реальной ситуации. Он очень эффективен, когда противник вас захватил. Этот удар возрожден из небытия, он был снят с вооружения в профессиональном боксе в середине 30-х годов. Этот удар называется даун-код, опускающийся крюк. Он очень эффективен, этот удар относится к боевому разделу, но применяется в соревнованиях вот по контактному карате. Удар мышечной частью кулака тицуючи, кулак-молот. Указаны различные траектории его нанесения. Очень важно при этом ударе наносить его мышечной частью сжатого кулака с легким разворотом кисти во внешнюю сторону. Удар ребром ладони, шутоучи. В данном случае удар рукой вперед. Эти удары являются боевой техникой и применимы в спортивных соревнованиях только по контактному карате. В обычных соревнованиях по карате-до и тем более по кикбоксу эти удары не применимы. Они запрещены. Вот сейчас как раз после демонстрации ударов изнутри наружу и снаружи внутрь по дуге либо в ладони показана техника выполнения ударов по дуге назад. Удар ребро в ладони в пах. Атакующего противника. Сзади атакующего противника. Вот уже идет обучение ударом ногами с опорой у стены. В данном случае очень важно зафиксировать ногу в конечной фазе на 2-3 секунды. Это хорошо способствует укреплению связок и мышц. При выполнении техники удара ногой назад очень важно прогнуться как можно больше в области поясницы и взгляд, то есть голова должна быть повернута в сторону удара, потому что если вы не будете видеть цель, которую вы поражаете, то не исключена возможность, что в реальной ситуации противник просто может легко уйти от вашего удара.
Ну, вот как раз выполнение удара по дуге снаружи внутрь. Не надо забывать тем, кто начинает осваивать технику рукопашного боя, что женщины более гибкие, и демонстрация в данном случае техники инструктором с коричневым поясом не вовсе не является для начинающих каким-то останавливающим и тормозящим в своей технике моментом. Вот техника удара сирута. Это нижняя часть шута, то есть косточка, которая расположена в основании ладони. Как раз в данном случае она демонстрируется. Удар этот добивающий, как правило, наносится резким движением сверху вниз по уже поверженному противнику, но который еще может оказать сопротивление. Удар хайто. Это чисто боевой удар, очень эффективен. При определенной подготовке ударной поверхности он может нанести сокрушительный, так сказать, эффект для противника. Наносится, как правило, по дуге снаружи внутрь и изнутри снаружи. Хотя бывают варианты, когда он наносится восходящим. Вот в данном случае как раз восходящий вариант, когда он применим при ударе в голову. Уракенучи. Удар вывернутым кулаком. Это очень интересный удар. Один из самых быстрых ударов. Практически он не контролируется противником. И очень трудно от него защититься. Очень быстрый удар. В данном случае как раз вы видите ряд вариантов этого удара. Он выполняется как хлыст. Здесь очень важно последовательное соблюдение цепочки движения в плечевом суставе, в локтевом суставе и в лучезапястном. Подводящее упражнение для ударов ногами. В данном случае ударов ногами верхний уровень, джадан. Вот видите, как здесь у инструктора, который демонстрирует технику, у него очень хорошая гибкость, поэтому он совершенно свободно, даже видите, вот, фиксирует, наносит удар в верхний уровень ногой в сторону. Вариант джадан йокогери сакута. Вот вариант кругового удара в голову. Джадан маваси гери хайсоку. Джадан маваси. Джадан ура маваси гери. Вот сейчас выполняется спортивный вариант. Удар выполняет, наносится подошвенной частью стопы. Подводящее упражнение для удара типа микадзуки и ура микадзуки. Удар, выполняемый прямой ногой по дуге. Для тех, кому будет сложно осваивать технику по каким-то причинам ударов типа маваси гери, можно применять упрощенный вариант. Вот именно как раз вы его сейчас видите на экране. Упрощенный вариант — это микадзуки гери. Опять уракен учи, выполняемый в боевом аспекте. Противник находится справа и слева, ваши противники справа и слева. Тата уракен учи. Вот боевой вариант исполнения уракенучи. Удар очень быстрый и, я уже говорил, очень сложно не реагировать. Техника ударов локтями. Удар локтем вперед. Майя импиучи. Майя
Дава семь пилочи. Обязательно здесь условие пересечения осевой линии ударной зоны локтями. Ага, импиучи. Кулак обязательно должен быть расположен в завершающей фазе вертикальной плоскости. Ладонная часть кулака должна быть обращена к уху. Чудан Ушира импиучи с двумя руками. Удар одной рукой Чудан Ушира импиучи возможно, когда противник захватывает вашу вторую руку. Йок импиучи. Завершающая фаза. Кисть сжатая в кулак ладони. Смотрит вниз. Джадан Урамаваши импиучи. Джадан Ушира Атоши импиучи. Удары локтем назад в голову. Атоши импиучи. Это очень эффективно. Один из самых мощных ударов локтями. Четко сверху вниз, перпендикулярно по направлению к цели удар наносится. И великолепно его использовать против захвата ног противника. В данном случае инструктор выполняет уход назад в позицию Синкутсу Дачи с блоком Гидан Барай и удары типа Майя Гери, удар ногой вперед, Йока Гери, удар ногой в сторону. И Ушира Гери. Удар ногой назад. Круговой удар снаружи внутрь. Из позиции Кокуцу Дачи, задняя стойка. Выполняется сзади расположенной ногой. Ударная поверхность, подъем стопы. Опять вы видите технику выполнения удара ногой вперед в голову. Джадан Майгири Кяги. То есть подбивающий. В данном сейчас варианте идет удар еще ногой в сторону. Опять же верхний уровень. Джадан Йока Гери. Удары ногами делятся на проникающие. Ну, так и руками. И подбивающие. Подбивающие удары Ага. Подбивающие. Кикоми это проникающие. Как правило, удары, которые наносятся в верхний уровень, за исключением круговых, относятся к формам кяги. Круговой удар снаружи внутрь, в голову, джадан, маваси гери, айсоку. Выполнение техники шагом вперед. Сейчас мы с вами видим позицию кибодачи. Инструктор развернут боком к нам и выполняется удар Йока Гери, Джадан Йока Гери Кикоми. Из позиции обратная прямая, передняя стойка Урозин Куцудачи выполняется удар Ушира Гери. Прямой удар назад. Из задней стойки, как вот сюда, выполняется удар ногой в голову круговой Джадан Маваси Гери Хайсоку. Тришо. Удар основанием ладони. Это один из самых серьезных ударов. Тяжелый удар. Относится
только к боевому разделу, так называемому джиу-карате. Сейчас показана форма этого удара, который выполняется в реальных ситуациях. Пальцы сжаты и прижаты к ладони, выделено основание ладони, или как ее называют, пятки ладони. При достаточной подготовке этот удар, как и то, что сейчас демонстрируется, удар запястьем, только при подготовленных руках можно наносить эти удары, они несут очень большой разрушительный эффект. Это хлыстообразный удар, является очень сложной техникой и продемонстрирован просто с целью показать возможности, так сказать, карате. Штампующие удары ногами. Первый, нижний уровень, в область подъема стопы удара наносится. Первый вариант удара был гидан Майя Фумикоми. В данном случае гидан Майя Сакута Фумикоми. Это удар с разворотом и нанесением внешней стопы. Удар Йока Фумикоми, штампующий удар ногой в сторону. В данном случае вес тела, 50% веса тела переносится на бьющую ногу. Удар штампующий ногой назад. Обязательный поворот головы в сторону бьющей ноги. Вот демонстрация этого удара с партнером. Выделяется ударная зона пятка. Круговой удар в нижний уровень, в область наружного мышелка малой берцовой кости. Удар наносится под пальцы подушечкой подушечной части стопы. Комбинация из трех ударов. Вперед, в сторону и назад. Это уже какой-то боевой вариант против нескольких нападающих. Болевые приемы, захваты за болевые зоны тела. Захват за щеку, перед этим был захват за ухо. Ущемление щеки, болевое воздействие и после этого захват головы с разворотом на 180 градусов, что выводит противника из равновесия и приводит его к опрокидыванию. Захват за нос, ну и естественно неприятное ощущение, это всем, наверное, знакомо. Сразу обильное выделение слюны, обильное слезоотделение. Захват за нижнюю губу, тоже до сильного болевого шока можно привести противника к состоянию. Ущемление за надбровную дугу. Ущемление надбровной дуги, как видите, это очень неприятный прием. Угол рта. Захват угла рта, ну, здесь идет, есть, так сказать, это боевая ситуация, вплоть до разрыва рта. Может быть и захват рта, и разрыв рта двумя руками. Но здесь надо очень быть осторожным в плане того, что противник может вас укусить за палец. Ущемление трапециевидной мышцы. Воздействие на болевую точку, расположенную в глубине трапециевидной мышцы. Ущемление, да еще с последующим опрокидыванием. Это возможно как ущемление грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сильное болевое воздействие, возможно конвоирование противника. Фиксируя при этом все время, сказать, на грани фола, то что называется, давая постоянно болевое ощущение.
ущемление широчайшей мышцы спины в районе подмышечной впадины с последующим выведением из равновесия противника. На теле человека находится порядка 115 болевых точек. Но по версии специалистов Востока, я имею в виду китайских и японских, у них это доходит до 145 точек. Так можно себе представить, зная эти места поражения, насколько можно себя чувствовать уверенно против двух и более противников. Ущемление большой грудной мышцы с последующим опрокидыванием. Ущемление среднего пучка дельтовидной мышцы. Техника ног, низкие удары ногами. Вариант Майя-Сакутэй. Гидан Ушира-Сакута. Удар, который при всей простоте исполнения очень эффективен. Круговой удар снаружи внутрь, вернее, изнутри снаружи по дуге в область наружного мышчика. Но он может наноситься и в область внутреннего мышчика. Прямой удар в среднюю часть голени, как правило, должен наноситься по внутренней поверхности голени в область, где большая берцовая кость практически оголена. И удар наносится по надкоснице, что приводит к болевому шоку. Тот же вариант Майя-Сакута. Фумикири. Удар по дуге снаружи внутрь в область коленного сустава. Поражение крестовидных связок. Выводит противника сразу из строя. Удар изнутри наружу по дуге тоже в область коленного сустава. И также удар в сторону фумикири. Йоко фумикири. Два варианта. Удар по прямой наносится и второй вариант. Сейчас вы увидите, удар наносится по траектории эллипса. В данном случае это будет удар более такой коварный. Он как бы захватывает и разрывает те же самые крестовидные связки. Удар ногой назад. Обязательно должен наноситься. Противник атакует вас сзади. Он наносится по диагонали. То есть ваша правая нога наносит удар по левой ноге стоящего сзади вас, находящегося сзади вас противника. И наносит удар, как я уже обозначал, именно по внутренней поверхности голени. Контратакующие действия. Захват за ухо. Осуществление разворота головы на 180 градусов с последующим опрокидыванием противника. То есть идет здесь ставка блокирование атаки противника, шокирование его, захват его за, так сказать, болевую точку и опрокидывание с последующим добиванием. Сейчас как раз вы видите накануне показанные приемы, захват за болевые точки на голове и на теле противника, но выполняемые уже в комбинации. Нельзя путать спортивный поединок с поединком реальным, поэтому рукопашный бой является той формой боя, который дает возможность вам использовать все возможные средства, имеющиеся в арсенале.
В реальном бою вы можете применить захват за нос, вы можете ударить противника в промежность, ударить его затылком в голову, если он захватил вас сзади. То есть применять все абсолютно то, что может вам подсказать ваша, так сказать, фантазия и воображение. И чувство неотвратимой опасности. Потому что в реальном бою все происходит совершенно по-другому. Противники кусаются, бьют друг друга локтями, коленями, разрывают друг другу рты, могут откусить уши, то есть оторвать уши. Все, что угодно может быть в реальном бою. Поэтому надо быть именно готовым, настроенным на реальную схватку. В данном случае как раз применим захват за волосы. Почему и говорят, что в подразделениях специального назначения стрижка короткая у бойцов, она, как правило, не превышает толщину одного, максимум двух пальцев, чтобы исключить возможность захвата противником за волосы. Защита нырком с последующим захватом противника за ворот одежды и опрокидыванием, забиванием. Захват за трапециевидную мышцу, выведение из равновесия, опрокидывание и добивание. Вот насколько эффективно применим прием защиты, используемый, так сказать, в боксе, нырок. Как вы видите, сейчас подряд несколько раз была использована защита нырком под бьющую руку противника. Захват за широчайшую мышцу, опрокидывание с последующим добиванием. Попеременные удары ногами являются базовым упражнением, которые должны входить в каждое тренировочное занятие. Можно усложнить это упражнение. Да, сейчас показывают удары ногами в сторону. Йокогери, кикоми. Вот при нанесении прямых ударов, майгери, которые были перед этим, можно усложнить эти удары, взяв в руки по какому-то грузу. Это могут быть гантели, гири. Иногда используются ведра, наполненные водой. Вот этот удар широгири, еще раз подчеркиваю, правильный вариант, чистый вариант нанесения этого удара должен быть с вертикально расположенной стопой. Но поскольку рукопашный бой базируется не только на технике карате, но и на технике тхэквондо, кунг-фу, пинчак силата, западных видов, английский, французский бокс, здесь как раз возможны и варианты. Переменные круговые удары снаружи внутрь. Целесообразно выполнять подходы к этим ударам. Допустим, это выполнять можно на макеваре, на мешке, где-то по 10 ударов каждой ногой с последующей паузы для отдыха. Круговые удары попеременные изнутри наружу. Поражение руки противника, то есть конкретно нанесение ударов по бьющей конечности
противника. В данном случае, вы видели, удары наносились в область плеча, сейчас в область подмышечной впадины, то есть на поражение болевого узла, расположенного в этом месте. Вот здесь как раз исполнение агатски, область подмышечной впадины. Естественно, эти удары запрещены в спортивных состязаниях. Вот вариант после НРК выполнения удара агатски под мышку. Вот выполнение удара по трехглавой мышце разгибателя плеча трицепсу. Болевое воздействие. В данном случае сейчас уже следующий вариант не кулаком, а внешним ребром ладони хайто и внешней стороной предплечья. Тоже эффект онемения, то есть рука как бы парализуется на 30-40 секунд. Вот удар в область мышцы сгибателя плеча бицепса, нейтрализующее действие, и перевод удара этой же рукой кончиками пальцев по глазам, веерообразным раскрывающимся таким движением. Удар в область лучезапястного сустава. Техника повторных ударов одной ногой. Как правило, эта техника применяема в спортивных соревнованиях. Потому что в боевой ситуации, когда ваш оппонент может применить самые радикальные средства, если вы ошиблись, применять технику повторных ударов не всегда целесообразно, а порой даже может быть и пагубно. Вот последовательно по уровням наносятся удары. Контратака на атакующую руку противника. Проведением крестообразного блока двумя руками, который может привести к перелому руки или к вывиху в локтевом или плечевом суставе. Он выполняется после защитного действия. Это может быть уход с линии атаки, это может быть уклон. И переход на болевой прием. В данном случае это рычаг руки внутрь. Идет воздействие последовательно на локтевой и плечевой сустав. Вот после ухода идет воздействие на лучезапястный локтевой сустав последующим опрокидыванием добивания противника. Используя уход с линии атаки, так называемой тай собаки, сейчас осуществляется инструктором блокировка бьющей руки противника с последующим переводом на болевой прием. Идет блок-ловушка, после чего рычаг руки через плечо. В этом очень важном случае осуществить так называемую супинацию в лучезапястном суставе. Удары в прыжке являются таким специфическим разделом в карате и в рукопашном бое. И, естественно, не требуют
очень серьезной подготовки. Сейчас вы видите как раз удары, прыжки, вернее, подготовительные упражнения к ним. Они выполняются при помощи каната. Ну, желательно, чтобы это была мягкая поверхность. Если нет мягкого мата или такого поролонового, как в данном случае, покрытия, то можно использовать обычный песок или хотя бы туристические матрасы, небольшие, но во всяком случае там есть тот слой поролона, который дает возможность многократно приземляться, чтобы не было жесткого воздействия. Вы знаете, от постоянных таких жестких контактов с землей бывают неприятные последствия с головным мозгом. Вот сейчас как раз подводящие упражнения были ударом ногой в сторону в прыжке, сбоку, вы видите их. Круговые удары снаружи внутрь, изнутри снаружи. Техника освобождения от захватов пальцев кисти рук является очень важным разделом в рукопашном бое. Сейчас вы видите ряд вариантов освобождения: подбиванием, захватом за пальцы рук противника, с проведением болевого контрприема. В данном случае видите захват большого пальца кисти руки противника. Вообще воздействие на большой палец кисти рук противника очень эффективное средство защиты с переходом к дальнейшим контратакующим действиям. Сбив захвата противника ударом колена. Последующие контратакующие действия варьируются уже по необходимости конкретного поражения той или иной зоны, которая наиболее открыта для нанесения удара. Вот видите переход от захвата противника на воздействие в области локтевого сустава. Уход за спину противника с последующим вырыванием рук из захватов. Захват двумя руками кисти. Заход за спину противника и вырывание с помощью второй руки. Очень неприятный прием, когда противник так называемый берет разножку, в смысле разножку, развилку, так называемые ножницы выполняет. Осуществляется уход за счет разворота кисти в вертикальную плоскость. И с помощью второй руки вырывание захваченной руки из захвата противника. Вот интересный вариант, когда захватывается кисть ладонью. Вот здесь идет вариант ухода скручиванием. Обучение технике ударов ногами в прыжках. В данном случае добивается этим упражнением прыжок через партнера. Добивается следующая задача, чтобы
обучаемый научился выпрыгивать на достаточно большую высоту. Задача во время выполнения удара ногой в прыжке нанести удар противнику или в верхнюю часть туловища, или в голову. Как правило, техника ударов ногами в прыжках эффективно применяется тогда, когда вы находитесь на каком-то возвышении, и оттуда вы можете нанести удар в прыжке, поразив противника. Техника тхэквондо, корейской разновидности карате, она как раз обилует таким большим количеством ударов ногами в прыжках. И как раз это обусловлено и характерным ландшафтом местности, то есть гористой местностью. Там как раз вот именно эти удары использовались во время нападения на противника с какого-то возвышения, как я уже говорил, со скалы, с уступа, с утеса. То же самое можно сказать и о китайском ушу или кунг-фу. Опять мы с вами видим технику освобождения от воздействия противника на кисть руки. В данном случае противник пытается воздействовать на лучезапястный сустав. Контратакующие меры. Сейчас идет уход переворотом в сторону, или можно назвать его пируэтом в сторону. Это не говорит о том, что в реальной ситуации нужно обязательно делать пируэт, но это упражнение дает возможность показать весь арсенал богатый вариантов уходов от различных видов захватов противника. Изучение ударов ногами с подбиванием впереди стоящей ноги. Сзади расположена нога является своего рода как бы аккумулятором энергии, тем пороховым зарядом, который выбивает впереди стоящую ногу к цели, как заряд пороха в патроне толкает к цели пулю. Какие слабые стороны ударов такого типа? Это то, что на какое-то время вы находитесь в уязвимом положении, поскольку ваши обе ноги практически соприкасаются друг с другом. И если противник обладает достаточной реакцией, он может применить эффективный контрприем. Опять защита от болевых воздействий на руку. В данном случае болевое воздействие на локоть.
Вот тут уже применяется техника ударов ногами. Вот интересный уход при попытке противника провести рычаг через плечо на локоть. Идет уход в сторону. Сейчас идет вариант захвата противника за голову с последующим опрокидыванием его назад. Вот этот прием очень эффективен и рекомендую его запомнить, потому что здесь как раз показана реальная техника. Уход ныркообразным движением. Воздействие на плечевой сустав является одним из самых эффективных также средств. Как правило, это идет комбинированный вариант. Я уже говорил о том, что лучше запястный, локтевой и плечевой сустав. Но такие приемы, как, допустим, загиб руки за спину при подходе спереди, сбоку, сзади, требуют очень высокой технической подготовки для их проведения. И вот в данном случае как раз вы увидите варианты возможные от ухода от этих приемов болевых. В данном случае выполняется обратное сальто, но я бы сказал, что здесь это больше носит такой характер всесторонней, так сказать, подготовки, развития вестибулярного аппарата, очень важного для подготовки бойца. Акробатические уходы при захвате противником ноги. Бывает же такое, что противник захватил вашу ногу. Вот один из вариантов, как можно уйти при достаточной подготовке акробатической от такого захвата.
Но я еще раз подчеркиваю, что это возможно только при достаточной акробатической подготовке. Сейчас вам оказан вариант ухода с одновременным контратакующим ударом в голову противника. Очень хорошо использовать боксерские лапы для отработки этих приемов. И ручные макевары. Вот уже подошли мы с вами к разделу изучения ударов ногами в прыжке на месте. Удар наносится впереди расположенной ногой. Акробатическая защита от ударов ногами. Хорошая подготовка инструкторов, которые демонстрируют приемы, дает наглядную иллюстрацию возможностей элементов акробатики, их применения в рукопашном бое.